Итак, на новом ПТС-сервере появились боты. И вот мы сейчас их попробуем. Также у меня включен новый звук. Вот здесь это нравится. Stereo Headphones with RTF. Объемный звук. Сами сейчас все поймете, как он звучит. Вот, собственно, и бот. Не арена, машинган, машинган зверский, вот так пишется новая менюшка того, кто тебя убил, с его КП. Боты очень неплохо стреляют из машингана, ну из точечных оружий, из точечных точнее. Типа машины, рейла, шафта, здоровится у меня улетучивается ого-го. Ракетка тоже неплохо залетела. Немножко непонятно где. Где находится соперник из-за новых звуков, но не новые, а опциональные. Ну давай, ботик, подерись. Где-то снизу, по-моему? Да. Услышал я его. Обратите внимание на новый стек чемпионов. Он тоже поменялся. Теперь у всех, по-моему, по сотне. И дальше тикать вниз. Мега до 175 прибавляет. Вот сейчас мы возьмем. Да, вот достал мне стекла. Сейчас возьмем мегу. 175 и пошла вниз. Рейл. Стоп в любых режимах. Зум, не зум. Неважно. Но это все еще. Это все-таки тесты. Это сервер. Это не значит, что все эти изменения будут в игре. Абсолютно не значит, но вот. Можно что-то попробовать. 0-0. Осталось суббота. Где-то рядом. На джампаде, по-моему. Ну, конечно, для игроков опытных боты проблем не составят. Но новичкам, я думаю, по-любому это будет хорошо. Еще раз ранил на стол. Кстати, трибол тоже у нас немножечко поменялся. Теперь взрывы гораздо быстрее происходят. И при касании с чем-либо они взрываются или через какое-то время. Пусть меня бот немножко побивает. Сейчас я еще раз, на самом деле, трибол должен. Немного я так неправильно, мне кажется, сформулировал. Да, они взрываются по времени. И 45 хп, кстати, снимают. Ну и сейчас можно попробовать бота в режиме сервера. Запускаешь игру, если нет соперников, то автоматом тебе добавят ботов. Попробуем поиграть инстагиб теперь с ботами. Вот еще один живой человек на сервере. По идее, боту должны очень хорошо подать.
Израильцы. Ну, а то они и боты, машинган, рельса, наше все. Все. Ну вот, смотрите, как раз 6 ботов с пингами 0. И один человек еще есть, но он коннектится. Собственно, пока разминка. Можно убедиться в том, что сейчас все чемпионы 100 хп. С респауна 125, вернее, и время тикает. Вармап затянулся из-за того, что коннектится. Так, отыграю Вайзером. Двое уже зашло, значит сейчас ботов. Ой-ой-ой. Куда стреляю? Не в того попал. Понятно, там тоже Вайзер. Болт застрял в стенке. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень приглушенные звуки джамподов. Еще один.
Живой персонаж зашел. Сколько там? Двое, да, на сервере? Ай! Боты всегда двигались так, что порой в них не попасть. Все-то здесь боты устроили какую-то буханалию. Кстати, у Вайзера теперь на одну секунду короче, действия обилки. Но это все, ты, опять же, напомню, что это все тестовый сервер, поэтому здесь, в общем-то, пробуют различные варианты. Не значит, что так и будет в игре. Хотел я на 40-ку переключиться, но... Ну, застрял. Это явно живой человек был. Раз пружечка. Да, звуки, звуки пока. Слишком непривычно. Не то чтобы они напрягают, просто совершенно. Ну, объемный, объемный саунд. Естественно, он звучит. Рома. Пришла. Я считаю, для новичков отличная тренировка, потому что, ну, понятное дело, что ботом проигрывать, ну, никак не обидно, да? Поэтому спокойно. Можно тренироваться.